Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лидогенерации в LinkedIn. Идентификация по паролю в онлайн-сервисах уходит в прошлое, считают многие эксперты в кибербезопасности. В будущем их полностью заменит биометрическая аутентификация и другие средства защиты. Когда же пароль наконец-то канет в лету? Станет ли наша жизнь безопаснее после этого? Давайте разберемся сегодня в выпуске. Поехали! Вектор на беспарольное будущее уже задала корпорация Microsoft. Ведь с этого года корпоративным и домашним пользователям Windows доступны приложения для биометрической аутентификации. Также можно активировать способы проверки личности через отправку кода на телефон, иное устройство или связанный аккаунт. Естественно, что аутентификация по биометрическим параметрам значительно упрощает ежедневное использование различных сервисов и одновременно усложняет похищение персональных данных. С другой стороны, если мы потеряли наш биометрический пароль, да, биометрический профайл данных, либо злоумышленники получили доступ к биометрическому профайлу данных, его уже нельзя будет сбросить как пароль. И сейчас именно внедрение безопасных технологий мешает массовому распространению беспарольной аутентификации. Это достаточно дорого стоит. Крупные компании не всегда готовы пересматривать бюджет, а малый и средний бизнес не всегда может себе такое позволить. В ближайшее время альтернативные методы идентификации пользователя появятся во взаимодействии с государственными органами, но говорить о повседневном распространении пока рано. С одной стороны, это действительно дорого. С другой стороны, нам-то нужна глобальная верификация, да, то есть как мы привыкли, что мы зашли, например, в Google, в учетную запись Google на одном устройстве и можем использовать Google аутентификацию для работы с разными устройствами, да. И поскольку глобальной верификации пока не существует, собственно говоря, нет у нас пока единого глобального центра идентификации, который обладал бы функционалом парольной идентификации, услугам которого доверились бы все поставщики IT-сервисов. На данном этапе это пока невозможно из-за распределения зоны ответственности между владельцами сервисов. Поэтому пока мы вынуждены пользоваться паролями. Но эта ситуация не продлится долго. Уже к 2030 году технологии развиваются настолько, что от паролей мы будем отказываться. Почему? Пока пароли, с одной стороны, нам удобны. С другой стороны, для пользователя стандартный пароль становится все менее и менее удобным. Мы понимаем, что в связи с увеличением количества разрядов пароля нам с вами, как обычным пользователям, все сложнее и сложнее его заполнить. С другой стороны, рост информационных технологий, рост вычислительных мощностей позволяет быстрее подбирать все большее и большее количество разрядов. Да? И это один из факторов, почему и происходит скачок в сторону беспарольной или, как ее называют еще, passwordless аутентификации. Какие есть варианты? Ну вот, например, что может прийти на смену? Например, в Эстонии у каждого жителя страны имеется смарт-карта для доступа к государственным услугам, к электронной цифровой подписи документов, ну и к массе других государственных коммерческих услуг. Хотя и даже для использования смарт-карты все равно вам нужен пин-код. Если все это хорошо реализовано, то смарт-карту подделать сложно, потому что в ее микросхеме есть специальные механизмы, которые предотвращают ее использование злоумышленниками. Уязвимостей у самих карт не так много, да? То есть для эксплуатации большинства из них злоумышленник должен физически находиться рядом с картой. Такие атаки нацелены на канал радиосвязи NFC между смарт-картой и считывателем при бесконтактном считывании. Да? Помните известную историю, да, когда молодой человек ходил в метро, да, прижимался считывателем, пытался считывать карты, да, на какие-то небольшие суммы. Вот. Но на данный момент такие атаки уже маловероятны, и в целом их легко предотвратить. Эксперты уверены, что отказ от традиционной связки логин-пароль в пользу альтернативных методов аутентификации – это новый концепт, который уже применяется в некоторых сферах и сервисах. Что же делать нам с вами, пока биометрия и биометрическая аутентификация не стала де-факто стандартом?
Давайте использовать многофакторную аутентификацию, даже если одним из ее элементов является традиционный пароль. То есть не забывайте в важных для вас сервисах использовать многофакторную аутентификацию, указывать различные способы верификации, имейлы, телефоны и так далее. На этом все. Спасибо за просмотр. Следите за следующими выпусками моих обзоров и подписывайтесь на SaaS Founders в социальных сетях. Всем крупных контрактов. Пока-пока.